И снова всем привет, ребят. Что впечатление, что о телефоне от компании UHappy App720. Спинка у нас идет из пластика, что сделано все полностью, и хотя китайцы, ну, писали изначально, что из металла. Здесь сканер у нас идет, что вспышка и камера в 3,5 джек USB. Здесь кнопки громкости и есть и включение. Здесь типа стереодинамики, ну что динамикам чуть попозже. И самое, что из плюсов, что первое, кто из китайцев, оказалось, что втыкается и две симки, и карта памяти, что действительно, ну, сделано изумительно. Вот просто, чтобы вы, ну, все убедились, что еще и серенький, что есть. Я специально такой и такой покупал. Смотрите, ребят, что сканер сразу покажу. Аккумулятор, что в действительности, что оказалось у меня, чтобы вы что увидели, ну, что думаю, кажется кому-то интересным. И смотрите, SIM-1 и SIM-2 идет. И настроечки. Включаем память. Память. Есть. И смотрите, что есть и память телефона, и карточка. Я говорю, что, знаете, вот, скажем так, для всех компаний, кто делают тонкие все слоты и с комбинированными, то, скажем так, вот, ну, куча идейка изумительная, и справляется, и срабатывает. Здесь супер телефон. Экранчик у нас, ребята, в 5-дюймовый идет. Здесь есть камера, что динамик, все датчики и вспышечка. Но, скажем так, если честно, куча камера тут на тройку и включающая и такую, и качество ее, вот, ну, куча хреновая. Хотя и пишется 13 пикселей, но по факту слабая. И действительно, экранчик 5-дюймовый у нас идет, ребят. Что, так, чтобы вы увидели, специально включу вам его. Чтоб и цвет увидели, что, куда и как. Чтоб, в чем прикол, ну, что из яркости тут вполне комфортно, что хватает. И читаемость и на солнце, и в темноте супер. Ну, куча и запасов вполне, что есть. Но единственное, что в претензиях к покрытию, здесь оно чуть-чуть слабенькое и, ну, некомфортно идет, скользит палец. Чтоб вы увидели, это я включаю по максимуму и включаем по минимуму. Что видите, что включается все и срабатывает. Ну, что телефон, ну, действительно по качеству все сделано супер. Единственное, что претензии, что кнопки оказались бы, что эти кнопки тут, чтобы чуть-чуть получше было. Чтобы вы что увидели дизайн, вот у меня есть от Mi 4 Xiaomi, экранчик 5-дюймовый, толщина и габариты их, что, ребят, включаем сюда и сразу же по подсветку сделаю, чтобы плюс-минус вы увидели. Но действительно здесь я, ну, что яркий и красивый оказался экран. Одну секунду, раз, два, ой, толщина, что, ребят, чтобы вы видели, что все-таки в компактнее чуть-чуть идет. И что, вот я говорю, ну, первое что впечатление, что из пластика, вот чуть-чуть, что все испортило. Есть у нас еще телефончик 5,5 дюйма, ребят. Опять же таки включаем и тот от компании Ramos телефон. Если кому-то интересно будет, вот так сюда. Раз, и цвета, увы, что в принципе все справляется в комфортно, в телефон и удобно. И смотрите, сюда идет. Что действительно, ну, скажем так, ну, что в телефоне, что в чем плюс, что куча тонкий, комфортный и куча удобный. А теперь, естественно же, куча в плохое. Аккумулятор, что, ребят, оказался тут, что все на все 1700 ампер. И чтобы вы что увидели, что у нас, где у нас такая цифра идет. И что видите, что в чем прикол, что куча аккумулятор, ну, сдыхает со скоростью звука, и вы включаете его, ну, куча действительно, вот не успевается, что включать и использовать. Ну, и заканчивается, что аккумулятор вздыхает. Видите, ребят, то есть, что полная шторма с аккумулятором. Естественно, что включаем экранчик, чтобы вы, ну, что увидели в картинку, как справляется с ней. 4К, естественно, включаем. 4К. Есть, включили. Что сделаю? Так, что включенный GPS. Упускаем. И давайте стандартное видео. Есть. И, ребят, смотрите, экран, на секунду. Sorry, кто не знает, что я не использую сценарий никогда.
а все пишется вживую и без всякого бреда и рекламы. Но экран здесь супер. Знаете, вот действительно, что и темно, и светло, что смотришь и кайфуешь от картинки, вот действительно все смотрится и красиво, и ярко. И, ребят, вот я включу по максимуму картинку, чтобы вы увидели, как светится. Видите? Сюда идет, что действительно все классно. Вот именно картинка и качество исполнения экрана здесь вот на высоте. Ну и, что естественно, ребята, что включу вам я сейчас, что и музыку. Одну секунду. И с автоматом будет о хорошем и о плохом идти. Включили звук, идет громкость. Чтоб вы услышали, я не, ну, если честно, вот я так и не понял, в чем куча прикол, но в телефоне куча действительно тихие динамики и слышимость, и качество исполнения звука, что полное говно. Вообще, до такой степени, ну, и комфортный, и, ну, куча удобный оказался телефон, и что, ну, ладно, там аккумулятор слабенький, но тихий, ну, куча динамик до такой степени, что куча аут. Вот я в чем прикол, ну, что включал, типа, и с наушниками, супер, типа, и чистый и красивый звук, и все, и комфортно, и хорошо. Но от динамики тут оказались еще полное говно, честно. Вот телефон все, и тоненький, и красивый, и удобный. Но бляха-муха, но с такими куча динамиками, что впечатление все испортилось что полностью. Вот слуховой качество изумительно идет. Но с таким динамиком, я не знаю, или там что-то в китайцы, или хреново приклеили. Ну, куча, действительно, куча динамик, здесь полное говно. Естественно, включаем, ребят, Antutu. Ждем, чтобы включилось. Есть, чтобы вы увидели, какие цифры у нас пишутся. И информация о телефоне. Что пишется у Happy, 6 Android, МТК-6737. Что в чем прикол, кто из России 4G будет включаться. У нас экранчик 5-дюймовый HD, камера в 13 пикселей, что для галочки, естественно. Оперативки 2 гигабайта у нас идет, и из памяти 16, ну там чуть-чуть, естественно, поменьше будет. Идем дальше в дисплей и с касаниями, ребят, чтобы убедились, как у нас дела. 6, ох, ничего себе, что с 10 касаниями будет даже. 8, да, ребят, в чем прикол, что для стоимости $70, и чтобы телефон оказался, ну, с 10 касаниями, я вам скажу, что круто. Что действительно, вот именно по качеству экрана здесь, что сделано все супер. Смотрим, что у нас еще есть. Из датчиков у нас есть и приближение, ребят. У нас есть гироскоп типа и датчик освещения. Что, в принципе, ну, вполне комфортно для ежедневного использования, тем более учитывающий стоимость телефона, что справляется комфортно и полностью. Вот смотрите, чтобы вы увидели, что у нас есть. Есть освещение, опа, и уменьшается, есть. И снова есть. Отпускаем. Акселерометр, что включается и срабатывает на ура, кстати. Что видите, все идет супер. Отключаем и приближение. Опа, опа. Что включается, вот я говорю, вот действительно, ну, с датчиками, скажем так, что сделали все комфортно и удобно. Тем более, учитывая, что телефон, что и тоненький, и комфортный, справляется супер. Естественно, вдруг окажется интересно кому-нибудь системная информация. Вот так просто включим за компанию. Ребят, чтобы вы все увидели. Девайс. Есть такие штуки, такие. Сенсоры, какие у нас есть, что пишется. С памятью, что пишется. И с безопасностью. Отключаем. Ну и скриншоты, я так думаю, что вдруг, что интересно окажется вам. Так что показываем. Geekbench 4, ребят. И спутники. В чем прикол, что, знаете, ну, что в телефоне оказался GPS только. И все. И, скажем так, ну, со спутниками тут чуть-чуть туговато. Но в чем что прикол, что все-таки что включается, и в перспективе, что, ну, с точностью 4, я считаю, что супер, что, тем более, учитывая стоимость телефона, то считаю, ну, сейчас сделано все комфортно и удобно. Что, ребят, покупать его или нет, я не знаю, что думаете сами. Вот если честно, я говорю, что все, в принципе, куча терпимо, вот единственное, что только, ну, куча динамик. Аккумулятор, ну, скажем так, на
в полдня вполне хватает. Но вот если вы используете, как я, включаете стабильно интернет и все полностью, то в любом случае он столько не, ну, не продержится. Но просто акцент оказался здесь сделан вот именно на тоненький, что стильный и красивый. А покупать уже или нет, ребят, что думаете сами. Вот и все. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока. Всем добрый день, ребята. Испытание телефона у Happy AP720 на видео, чтобы вы увидели в движении, как идет. У нас испортилась конкретно погода. Я включил стабилизацию, но я смотрю, картинка, впечатление в кошмар. И давайте попробуем идти, чтобы вы увидели в качестве съемки вообще вживую или включается стабилизация его. Пока то, в принципе, о телефоне все классно, за исключением аккумулятора, что там действительно не 2500, и картинка оказалась, ну, такая скачками, я не знаю, что в конечном итоге будет. Сюда вверх небо, видите, погода плохая, и автофокус близко, далеко. Ну, ребят, вот такие вот дела. Всем спасибо.